состоялось долгожданное открытие кафе на территории общежития КФУ на Адели Кутуя 2Б. 16 января ректор КФУ Ильшат Гафуров торжественно открыл общеуниверситетский пункт общественного питания. Теперь двери кафе ежедневно открыты для всех жителей общежития КФУ и не только. Знаете, нельзя сказать, что это просто столовая, это целый комплекс. Он создан и для студентов, и для сотрудников нашей клиники университетской, поскольку клиника находится рядом, и для обеспечения стационарных пациентов нашей клиники питанием. Само здание было построено еще вместе с общежитием КФУ. Сейчас все, что есть внутри, благодаря комплексной модернизации. За 2 года в здание, инфраструктуру, создание условий для работы и подготовку помещений было вложено порядка 50 миллионов рублей. И еще 21 миллион потребовался для закупки оборудования. Все наполнение нового пищекомбината отечественное и абсолютно новое. В то же время здесь имеется все необходимое оборудование для того, чтобы делались полуфабрикаты для поставки данных полуфабрикатов, буфеты, которыми будут обеспечены все кампусы нашего университета. То есть мы делаем все для того, чтобы период обучения в стенах Казанского федерального университета студенты наши имели хорошее здоровое питание. Как говорится, люди голосуют желудком. Генеральный директор комбината общественного питания и торговли КФУ Лилиана Минахметова рассказала, что ежедневно 25 сотрудников этого комбината будут готовить еду для 1500 человек. 750 из них – стационар университетской клиники. Отдельно хочется отметить разнообразие меню. Подготовлено 12 диетических столов для клиники и еще 6 вариантов для самой столовой и студентов. Также в кафе помимо завтраков и обедов можно будет устраивать в закрытом режиме различные мероприятия и торжества. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс.